Приветствую вас на канале Золотая Курочка. Меня зовут Михаил. Вот снимаю своих курочек. Вот они тут у меня еще закрыты, еще не пускаю их на улицу. Тут им, я думаю, лучше. Там много уток, гусей, будут их обижать. Тут они сыты. И траву бросаем. И корм хороший. Кукуруза, пшеница, соевый шрот, подсолнечный шрот. Они уже подросли. Все три петуха поют. Распевают тут. Им где-то сейчас 100 дней получается. Уже у курочек тоже начинают гребешки расти. Уже гребешочки появляются. Видно, что больше места занимают. Значит, они выросли. Поставил им так жерди. Вижу, что садятся. Сидят на жердочках. У нас жарко сейчас. Ну, сегодня 25 июля. Как раз очень жаркие дни. Тут у меня утка с двумя выводками утят. Штук 35 утят с ней. Вот сегодня начал давать им чектоник, пропаивать чуть-чуть витаминками. Выставил их на продажу, звонят, но пока никто не взял. Курочку с цыплятами перевел на улицу. Вот они в клетке у меня пока. Так подросли. Мамуля их всему учит. Такие они крупненькие, такие ножки толстенькие у них. Не знаю, что это за порода. Я просто их взял на рынке. Я знаю своего одного цыпленка, тот, что выутился, второй не знаю какой. Потому что тот один имел перья на ножках. Вот так он один имеет, он с перышками на ножках. Я его узнаю. Вот он. Только что был возле меня тут. Много петушков вижу. Такие толстенькие. Кормлю их комбикормом. Стартом. Для простяков. Вот тут у меня другая утка с утятами. Вот тут у меня другая утка с утятами. Вот этот серенький утенок, это от простых уток, а тот белых немецкой линии тяжелых. Мамочка бег с хвоста, я ее ловил и выдернул хвост. Вот они. Так гуляет у меня. Возле крана. Там вода. Купаются. Беленький крупнее.
Не знаю, есть несколько черных. Откуда они взялись? У меня черных нету. Вот. Серая утка, вот коричневые утята у нее. Чисто коричневые. Тут имею три крольчихи. Одна делает гнездо. Короля нету, она делает гнездо. Вот мои бройлеры. Бройлеры несушки. Несутся. Две курочки несутся. Потому что два яйца. Вот тут столько утят разного калибра, одни побольше, другие поменьше. Перемешку. Сейчас буду их кормить. Сегодня зарезал утака белого. Чистый вес около 5 килограмм. Еще сидят у меня 5 белых уток и 1 лаванда. Все, я яйца уже от остальных забираю. Вот это у меня утята те первые. Те, что ходят с мамутами. Вот мои мамутики. Гуляют. Куры я продал. Осталось 7 курочек. Снесли сегодня 4 яйца. Вот у этого утенка вот так крылья. Я не знаю почему. Вот так папа ихней белой немецкой линии. А утка лаванда. А утята белый с черным. И один белый с серым. Несутся у меня утки. Яйца я забираю. 5. Еще 6 сидят. Не знаю, выведут что. Я все, всех остальных, что выводится, продаю. Побежали. Побежали туда. Это курочка с плятами и уточка сидят. Только налил воды, уток уже нету. Только малыши у меня. Одна уточка с кривой шеей у меня. Вот она крайняя.
Вот какая она кривая. Кушает, растет. На этом буду заканчивать свой небольшой репортаж. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До свидания.